Привет! Есть одно видео прикольное, в котором коварная тетка желает разбудить спящего мужика. И у нее это получается. Но вот такого развязки событий она просто не ожидала. Или у Фадзя? Je crois qu'il dort dans la loge là. Et venez, on va le réveiller avec ça. Вы видели? Эта коварная тетка подбрасывает свои тролайки! Кира! Вот это он его делал! Просто одним ударом отправил нокаут! Она лежит и просто отдыхает на полу! А эти ребятки, просто их не лица, такие удивленные, как будто они только что обмочили свои памперсы! Ребят, у вас есть девушка? Если есть, у меня есть хороший видас по этому поводу для вас. Краткое содержание. Парень приходит знакомиться с девушкой, ее родителями. Папа, мы с Артемом любим друг друга и поженимся. Да, ну и какая же фамилия у моего будущего зятя? Ляшкин. Думаю, папа не особо доволен выбором своей дочери. Ляшкин. Господи, это же будет Ляшкина Даша. Это же новое ругательство. Ляшкина Даша. Думаю, комментарий излишний. Ляшкина Даша. Ляшкина Даша, мы сегодня будем цемент грузить или как? Пап. Ляшкина Даша, куда ты прешь? Следующее видео, которое сейчас я вам покажу, продемонстрирует полную цветовую гамму прямых эфиров. В них можно увидеть замечательное руководство по тому, как не нужно поступать комментатору, когда он обозревает тот или иной футбольный матч. Но этого мы знаем. Человека выступает он за Ростов. В чемпионате Российской премьер-лиги он с капитанской повязкой. Да вы охренели что ли? Но этого мы знаем. Это великий футболист. Он выступает за Ростов. Да, такой развязки, я думаю, никто не ожидал. Это он за Ростов. Комментатору явно нужно сказать спасибо за то, что он привнес такую изюминку в столь запущенный матч. Я не понял, это что, все что ли? Хэппи-энд у них, как у всех этих американских фильмах. Понабрались, говно сняли, свое. Тренирам, цел дан, не желим бити неспреман. Тренирам, цел дан, тренирам, тренирам, цел дан, не желим бити неспреман. Тренирам, цел дан, тренирам, тренирам, цел дан, не желим бити неспреман. Тренирам, цел дан, тренирам, тренирам, цел дан, не желим бити неспреман. Тренирам.